еще вспомнишь. Ты еще узнаешь, кто из нас гений, а кто ничтожество. Саша! Саша! Что случилось? Прости. Кошмар приснился. Опять кошмар. Ну все, успокойся, я рядом. Саш, может быть, ты к специалисту обратишься? К очередному крызологу? Забыл, что я сама такая. Ну, ты же не можешь сама себя лечить. Не могу. Вот. Поэтому даже не увиливай. Я серьезно. В Москве куча специалистов, но если не куча, то одного уж точно найдем. Тем более нам пора бы уже туда перебираться. Мне из клиники 2 раза звонили. Мы с тобой говорили об этом. Можешь сейчас не отвечать, подумать ты обязана. Да я думала уже. Москва это, конечно, хорошо, но я как-то тут уже прикипела. Может, мы пока на 2 дома поживем, а? Ты серьезно? Ну, даже не думай. Я тебя тут одну не оставлю. За тобой глаз да глаз нужен. Угу. А сблизишься в комнату, все-таки поговори. Я думаю, он тебя поймет. Ну-ка. О. Лег на помине. Дай, Степан Ильич. Хорошо, сейчас буду. Ну, прости. Да-да. Ого, как вы быстро переехали. У нас еще такой бардак. Ну, стараемся. Присаживайся. Орехова твоего этапировали в Москву, и машина попала в аварию. Так. Он живой? Саша, машина упала в реку. Там без шансов выжить. Совершенно точно, и Орехов, и все, кто его сопровождали, погибли. Понятно. Но с другой стороны, чем всю жизнь в психушке сидеть, может быть, так лучше. Надо сказать тем, кто будет заниматься его похоронами, что он купил себе место рядом с родителями на кладбище. Рано. Рано говорить. Тело еще не обнаружили. Водолазы работают. Но ты себе этим голову не сбивай уже. Не твоя забота. Да я и не собиралась. Степан Ильич, я на самом деле тоже хотела с вами поговорить. В общем, я подумала и... Извини. Слушаю. Что? Как это случилось? Я понял. Сейчас приеду. Что? Беда у меня дома. Уносите. Ну, не смотрите на меня так. Я не волшебница. Одно могу сказать. Смерть наступила около 2 часов ночи. Судя по характерным признакам, это отравление. Но подробности будут после вскрытия. Ну, хотя бы там плюс-минус. 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 Это что-то... весьма и весьма серьезное. Поскольку яд вызвал мощнейшие судороги по всем мышцам, включая жевательные. Язык был прикушен. Артем умер от остановки дыхания, когда судороги дошли до определенной мышцы. В общем, могу сказать, что умирал он мучительно. Точно. Да уж. Дочери Брусюха не позавидуешь. Представляешь, проснуться и увидеть жениха мертвым.
Надо с ней поговорить. Лучшее лекарство для вашей дочери сейчас – это покой. Она пережила сильнейший стресс. А то, что вы ей укололи, поможет? Безусловно. Сейчас она заснет, проспит часов 12. Ну, а дальше будет видно. С разговором мы пролетели. Степан Ильич, простите, а можно вас на два слова? Прямо сейчас, Катя. Ну, давай попозже. Я побуду с Катюшей, а вы идите. Степан Ильич! Мне очень жаль, но замок входной двери не поврежден. Да, не отравление, не пищевое. Фигуренькая ситуация, так бы я сказал. Это, Макарушка, не стесняйся. Ты так и говори, что единственный подозреваемый – это я и Катя. А я-то тут при чем, Степан Ильич? Тут просто против фактов не попрешь. Давайте без паники раньше времени. Степан Ильич, пожалуйста, расскажите по порядку, что было вчера вечером. Да что было? Лидушка моя с Настей, это моя младшая. Угу. Они в Москву уехали, собирались пару дней там побыть. Катя решила у Артема заночевать, а я пришел с работы и сразу спать лег. Даже ужинать не стал. И ни Кати, ни Артема вы не видели? Понял, что они дома только утром, когда обувь в прихожей увидел. Но рано было, я их не будил. Ушел на работу. Может, зря мы с Катей не пообщались? Можно было хотя бы попробовать. Макар, угомонись, пожалуйста. Вот что бы ты от нее в таком состоянии добился? Значит так, дети мои. Управление доложу все сам. Макар, ты возьмешь с нас подписку о невыезде. Ты, значит... Соберу продукты для экспертизы. Правильно. Александра, ну а ты на сегодня свободна. Если можно, я бы хотела немного осмотреться еще в комнате. Делай, что хочешь, лишь бы помогло. Ну что, что-нибудь надумала? Мало пока очень информации. Сашук, я тебя прошу, напрягись. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Степану Ильичу. Ну, я правда их семью знаю всю жизнь. Ни он, ни Катя не способны на преступление, тем более на такое. Как же залог переезд? Не надо ныть, а быстренько все разобрать. Привет. О, Сандра, привет. Слушай, я тут нарыла информацию про Артема. Ну, в общем, ничего интересного. Обычная жизнь, обычный студент. Обожал свою невесту и строил планы на счастливое будущее. Строил, строил и не построил. Ну что, лаборатория отписалась? Все продукты из дома Борисюка проверили и ничего подозрительного не нашли. Может, отравление произошло в каком-то другом месте? Тогда Борисюк точно вне подозрения. Его, кстати, никто не подозревает. А Кате твои выводы не сильно помогут. Она вообще где угодно могла бы его отравить. Да что, как эти?
Я вот тоже сейчас не представляю, что делать. Мы элементарно не знаем, где вчера Катя и Артем вечером были, чтобы проверить, чем они там питались. Грин, ты ужасно наивный и все время забываешь о моих возможностях. Я уже вскрыла телефон Артема и все там выяснила. А молчишь почему? Тут так прикольнее. Нет, просто потому что я системная. Короче, наша парочка отдыхала в ночном клубе «Парадис». Угу. Поэтому самое время поехать и проверить камеры видеонаблюдения. Вот. Поеду, займусь, так сказать, чем-нибудь полезным. Ну, а я тогда к мамзине. Может, у нее какие-то новости есть? Ну что, мамзин? Сашок, ну если ты за результатами, они никакие. Одно могу сказать. Артема отравили стрихнином. Насколько я помню, от стрихнина смерть наступает в течение часа. Да. 30-60 минут. Заметь, яд был растворен в жидкости с повышенной кислотностью. А это что, например, может быть? Ну, не знаю, вода с лимоном, сухое вино. А Никита сказал, что в продуктах ничего не нашли. Я не знаю, Сашок, иди, мне отчет надо писать. Гистологию я сегодня отправлю, завтра утром будут результаты. Может быть, скажу что-нибудь полезное. Хорошо. Иди. Спасибо. Ну, в общем, как ты понимаешь, после такого я никак не могла сказать Борисюку, что выезжаю. Просто было бы какое-то свинство по отношению к нему. Да, я согласен. Саш, только я остаться не могу. У меня уже операция назначена, и нужно еще подготовиться. Я понимаю. Всегда все получается так, как ты хочешь. Я не понимаю, как ты это делаешь. Я ничего не делаю. Это мироздание. Оно само знает, как и что должно быть. Спасибо тебе большое за понимание. Счастье – это когда тебя понимают, как говорится. Так, ты только не расслабляйся. Я тебя тут одну не навсегда оставляю. Я надеюсь, ты ко мне приедешь, когда закончишь это дело. Приеду. Обещаешь? Ну, если ты не передумаешь сам. Даже не надеюсь. Кстати, я тебе сегодня подарок купил. Новый Nail Cube? Да, только он не простой, а со светящимися шариками. Светящимися? Его можно собирать ночью, когда не спится. Или когда кошмары разбудили, да? Спасибо. Ой, ситуация, конечно, жуткая. Даже не представляю, как это проснуться и обнаружить своего любимого мужчину мертвым. Да не говори. Тем более накануне свадьбы. Вообще ужас. Можно подумать, что после свадьбы было бы легче. Я, конечно, ни на что не намекаю. Вам не надоело обсуждать эти ужасы уже, а? Макс прав. Мы взорвались. Вот именно. И вообще, врачи советуют за столом обсуждать что-то положительное. Например, то, что это лазанья офигительная. Зара, я никогда бы не подумал, что ты так вкусно умеешь готовить. А что, слишком красивая для хозяюшки? Я что-то не понял. Где Борисюк? Полковник Борисюк отправлен в отпуск. И теперь вашим отделом буду руководить я. Зовут меня подполковник Ломова. Так и зовут. И никакого разгильдяйства я не потерплю. Вас, Гриневич, это отдельно касается. Да что я... Все реплики потом. Для начала вопрос. Я знакомилась с текущим делом. Изучила результаты расследования. Мне непонятно, почему до сих пор не задержана главная и единственная подозреваемая Екатерина Степановна Борисюк? Потому что ее вина пока ничем не доказана, и вы же знаете... Знаю. И вижу, что дело не стоит ломаного гроша. Невеста отравила своего жениха из ревности. Извините, а вы про ревность в протоколе вскрытия прочитали? Гражданка Борисюк должна быть задержана немедленно. Простите, но это будет не только жестоко, но и неразумно. Девушка пережила чудовищный стресс, а высказанный вами мотив
ничем пока не подтвержден. Чистые домыслы. А я никого к дискуссии не приглашала. Приказ можно обсуждать только с одной позиции. Как его лучше выполнить? Все, теперь строим ходить будем. Итак, через час гражданка Борисюк должна сидеть напротив меня. Допрос я проведу лично. Должен же кто-то вас научить работать. Вперед! Это вообще что сейчас такое было? Классический пример говорящей фамилии. Ну а что вы хотели от Ломовой? Придется нам самим вести расследование. Без помощи руководства. Я вчера добыл запись с камер видеонаблюдения в Парадизе. Но Ломову их показывать нельзя. Там Катя с Артемом очень крепко подцапались. Если она узнает, огребешь. Переживу. Да мало ли кто с кем подцапался. Из-за этого не убивают. Ребят, подождите. А что, если отравить пытались вовсе не Артема? Помните, Степан Ильич говорил, что он в эту ночь должен был остаться там один, в доме? Может быть, Артем — это просто случайная жертва, а убить пытались Борисюка? Да, отличная мысль. Так, я проверю бывших фигурантов дела Борисюка, которые освободились в последнее время. Давай. Да мог и не выйти. Отомстить могли и родственники. Никит, не надо каркать. Надо хотя бы с чего-то начать. Макар, ты закати. А у нее есть выбор. Я с тобой поеду. Надо с ней поговорить до Ломовой. Может быть, Артем отравился, не приходя домой? Тогда версия с Борисюком отпадает. Ну, давай, поколдуй по дороге, чтобы так и было. Постараюсь. Вы что, серьезно? Вы не шутите? Вы пришли забирать Катю? Да как же так можно? Зачем моей дочери убивать своего жениха? Степан Ильич, Лидия Алексеевна, что вы на меня так смотрите? Что я могу? Это приказ Ломовой. Против Лома нет приема. Так, Степан Ильич, идите звоните адвокату. Нельзя, чтобы Катя оставалась с ней наедине. И мне надо с вами поговорить, пока еще есть немного времени. Да-да-да, правильно. Ты разговаривай, а я звоню адвокату. Лида, Макар, а мы пойдем, не будем мешать. Пойдем, пойдем. О чем вы хотите поговорить? В вашей ссоре с Артемом. Пожалуйста, давайте только быстро и честно. У нас, правда, очень мало времени, и я действительно хочу вам помочь. Мы все хотим вам помочь. Я понимаю, но мне нечего вам рассказать. Катя. Мы немного перебрали слово за слово. Я психанула, заказала такси. И уехала одна? Нет, хотела, но Артем меня не отпустил. Да и ссора уже закончилась. Пар выпустили. Хорошо. Что было дальше? Да ничего не было. Легли и отрубились. Утром я проснулась, Артема рядом не было. Потом я встала, а его увидела на полу. Катя, Катя, нету времени сейчас плакать, простите, нету, нельзя. Скажите мне, пожалуйста, во сколько вы приехали домой? Можно в приложении посмотреть. Давайте. Простите, надо ехать.
волнуйся. Все будет хорошо. Папа обо всем позаботится. Господи, что же теперь будет? Лена, возьми себя в руки. Тебе легко говорить. А у меня ребенка в тюрьму увозят. Девчонки, хватит уже нагнетать, а? Лид, Маш, идите в дом. Идите, Лид. Идите. Макар. Катя, а для тебя я нашел очень хорошего адвоката. Он уже едет в следственный комитет. Так что ты поезжай и ничего не бойся. Все будет хорошо. Давай. Что узнала? Да ничего хорошего. Артема никак не могли отравить в клубе. Они уехали оттуда в 00:15, через 18 минут в 00:33 они были здесь, а яд Артем принял около часа ночи. Получается, отравить могли только у меня дома? Получается так. Кто? Я? Катя? Бред. Нет. Не вы и не Катя. Степан Ильич, я думаю, что яд приготовили для вас. Так. Что вы на меня так смотрите, Степан Ильич? Вы сами мне сказали, что ваша жена и младшая дочка уехали в Москву. Катя с Артемом должны были остаться у Артема, а вы должны были быть дома совершенно одни, так? То есть получается, что Артем выпил яд, который предназначался мне? Ну, получается, что так. Это надо все осмыслить. Давай-ка чайку попьем, что ли. Степан Ильич, а вы пьете что-нибудь по вечерам на ночь? Может быть, вино сухое? Я что тебе, денди лондонский, всякую ерунду пить? Хорошо, может быть, не вино, может, что-то другое. Но только непременно кислое. Морс. Морс я пью клюквенный. Подходит. Его только я пью, потому что я люблю без сахара, да, кислый. Чтоб вырви глаз. А где он хранится? Не, в холодильнике. У меня такой здоровый кувшин. Только в тот вечер я морс не пил. Лег спать сразу, устал как собака. И Никита при осмотре никакого морса не обнаружил. Кто этот морс готовит? Лидия Алексеевна? Маша, ну, в смысле, Мария Георгиевна, помощница по хозяйству. Угу. Лидина подружка. Поняла. А поподробнее о ней расскажете? Я думаю, тебе нужно Лидушу спросить. Она тебе лучше расскажет. Хорошо. Итак, гражданка Борисюк, вы утверждаете, что провели тут вечер в клубе «Парадис» за гражданином Волобуевым мирно и весело. Да, все было хорошо. И после того, как закончилась вечеринка, вы поехали вместе к вам домой. Несмотря на то, что предположительно хотели ночевать у господина Волобуева, так? Да, мы передумали, что здесь такое. Ничего. А почему именно вы вызывали такси? Что? Ну, вызвала, и что? Какая вообще разница, кто вызывал такси? Большая разница. Либо господин Волобуев напился так, что не мог сам этого сделать, либо... Простите, простите. Я сейчас не очень понимаю, к чему вы клоните? А к тому, что, судя по моему опыту, если девушка сама вызывает такси, значит, она хочет уехать одна. И, как правило, причина лежит на поверхности. Так? Так это было? Ну да, да, я хотела остаться одна. Катя, стоп. Мы поругались с Артемом и наговорили друг другу всякого, а то... Я хотела остаться одна.
Получается, что господин Волобуев не дал вам такой возможности. Хорошо. Таким образом, мы можем считать факт вашей ссоры установленным. А это мотив для убийства. Минуточку. Подождите, вот если бы каждый раз после ссоры влюбленных совершалось убийство, да человечество бы не выжило. Это все было не так, вы все не так поняли. А сейчас мы с вами поступим следующим образом. Я даю вам 20 минут, и вы постараетесь объяснить своей подзащитной, чем может грозить ей дальнейшее запирательство и чем может ей помочь чистосердечное признание. Пока я еще готова принять его. Время пошло. Держи. Спасибо. Ну что, я нашла весь список бывших фигурантов Борисюка, которые недавно вышли на свободу. С кого начнем? Самое очевидное, это Кирилл Полетаев убил свою жену, отсидел пятнашку. Угрожал следователю в суде, то есть Борисюку. Капитан Гриневич, немедленно отправляйтесь в ночной клуб «Парадис» и получите все видеозаписи вечера накануне убийства. Мне нужно видео ссоры Борисюк и Волобуева. Это у моей сестры жениха убили. Какие мне соревнования? Настя, ты извини, конечно, но в спорте не должно быть никаких соплей. Ты если идешь, то иди. Не знаю, не могу. Чего ты не можешь? Ой, привет, пап. Вот, девочки, пойдем познакомлю. Да. Ты должна поехать. Потом поговорим. Здравствуйте. Это Настя, моя младшая. А это Ника, ее подруга. Здрасте. Очень приятно, я Саша. О чем спорите? О фехтовании. Я считаю, что Насте надо поехать на турнир в Глухове. Она уперлась и не хочет. Почему? Пап, ты вообще... У нас тут дома такое происходит, а я поеду на шпагах биться. Ага, сейчас. Если не поедет, то пролетит и не попадет в сборную. Нормально? Ну, не попаду. Ну, плевать, зато ты попадешь. Мне нафиг такая победа не нужна. Я хочу, чтобы все было честно. Уважаю максимализм юности. Простите, я вас оставлю. Мария Георгиевна, я хотела вас спросить. Скажите, пожалуйста, а вы когда последний раз морс Степан Ильичу готовили? Маша к нам приходит по вторникам и пятницам. Угу. А когда... Когда это случилось, была среда, и Маши у нас не было. Так. То есть, получается, последний раз вы его делали во вторник? Так, в том-то и дело, что как раз не делала. Хотела, а потом полезла в морозилку, а клюква закончилась. Ну, не бежать же из-за одной клюквы в магазин. Я и не стала его готовить. Пап, ну ты как будто не понимаешь. Ника права. Ник. Ты чего? Ничего, извините, я сейчас. Мария Георгиевна, а вы ничего рассказать не хотите? Ты про что это, ниточка? Не хотелось бы стучать, но я иногда вечером выхожу на пробежку. Сами расскажете или как? Да, нечего мне рассказывать. Ну, просто не хотела, чтобы подумали, бог знает что. Я позавчера у себя дома сделала этот несчастный морс и вечером занесла. Что такого? Куда вы его поставили? В холодильник, конечно же. Перелила из своей бутылки в кувшин, поставила и ушла. Дома никого не было. А потом решила и не говорить о грехах. Понятно. Спасибо, что сказала. Степан Ильич, проводите меня, пожалуйста.
До свидания. До свидания. Пойдем в дом. Ну, рассказывайте. Что вы такого сделали Марии Георгиевне, что у нее появился мотив для убийства? Ты шутишь? Никакого мотива нет и не было никогда. У нас прекрасные отношения. Они с Лидушкой дружат всю жизнь. Когда такие вещи говорят обычные люди, я как-то еще могу понять. Но следователь со стажем, Степан Ильич, сами разберемся. Всего доброго. До свидания. Ну что? Кто был прав? Борисюк напилась, приревновала своего жениха и убила его. Гениально. Да все эти так называемые невесты одинаковые. Они лишь притворяются, лишь бы показать любовь к своему избраннику. А сами... Регина Аркадьевна, простите, что я вас перебиваю. Мне нужно с вами поговорить. Есть крайне важная информация, которую я должна немедленно донести до вашего сведения. Прошу. Присаживайтесь. Регина Аркадьевна. Я бы вам рекомендовала не проецировать свои личные проблемы на постороннюю девушку. Тем более, что ее вина пока никак не доказана. А, ну вы же у нас психолог, да? И как все психологи, вы уверены, что видите людей насквозь? Дело в том, что в вашем случае даже диплома никакого не нужно. И так очевидно, что у вас есть сын. И что у него проблемы. Точнее, вы думаете, что у него проблемы. Я не понимаю, что себе позволяете. Вы растили его в одиночку. Вы пытались воплотить в нем все свои нереализованные мечты. И он старался соответствовать. И все шло замечательно до поры до времени. Пока гормоны не победили послушание. Он влюбился, забросил учебу. А теперь вы думаете, что девушка во всем виновата? Что она плохая, что она его недостойна? А вы остались у разбитого корыта. Так? Я могу попробовать вам помочь посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. А сейчас вы просто примите то, что... Ваша личная история не имеет никакого отношения к делу Кати Борисюк. И я могу доказать это фактами. Рассказывайте. Не дур. Я прекрасно понимаю, что это ужасная история, чья-то месть. Лидуша, успокойся. Так не надо. Я всю жизнь прожила со страхом, что однажды это случится. И вот, дождалась. Стёпка, я тебя очень прошу, ну возьми себя в руки. Вспомни все свои дела, ну перебери всех, кого ты переловил за всю жизнь. Ты же был лучшим следователем нашей области. Если ты не спасешь нашу дочь, я тебе никогда этого не прощу. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Ты понимаешь, что ты говоришь? Катя и моя дочь тоже. И я спасу ее. Чего бы мне это ни стоило? Так что сами видите, отравить хотели явно Борисюка, никак не Артема. Артем просто, как любой перебравший на вечеринке человек, хотел пить.
и схватил в холодильнике первое, что попалось под руку. А это оказался морс с ядом, который приготовили для Степана Ильича. И заметьте, среди изъятых продуктов никакого кувшина с морсом не было. И пустого кувшина мы тоже там не нашли. Ну, допустим. Но это не снимает подозрений с Екатерины Борисюк. Ей легче всего было уничтожить эту улику. Да поймите вы, чтобы уничтожать улику, нужно было знать, что морс отравлен. Это тогда, получается, Катя хотела убить отца? Зачем? У них прекрасные отношения, это все знают. Не знаю, в каждой семье могут быть свои скелеты в шкафу. Хотя, я, наверное, с вами согласна. Вот. Я считаю, что нужно собрать как можно больше информации о Марии Георгиевне Гайдуковой. Это женщина, которая помогает им по хозяйству. Во-первых, именно она всегда готовила Борисюку морс. А во-вторых, она знала, что никто, кроме Степана Ильича, этот морс не пьет. Так нужно ее задержать и очень подробно допросить. Ну, нет. Нам пока нечего ей предъявить. Надо изучить ее жизнь и попытаться понять возможный мотив. Ну, может быть, у нее собственного мотива и не было. Возможно, она является орудием в руках жены Борисюка, например. Вам не кажется странным, что та уехала в Москву как раз-таки в нужное время? Нет. Я не думаю, что Лидии Алексеевне нужно было бы заморачиваться с сообщниками. Зачем? Жене проще всего убить мужа. Просто не таким способом. Ну, согласитесь, никакая мать не оставит яд в доме, где ее дети. Согласна. Одно дело накапать в стакан мужа, а другое дело в кувшин. Даже если из этого кувшина никто никогда и не пьет, я бы не рискнула это сделать. Вот. А у Марии Георгиевны мог быть сообщник из тех, кого Борисюк когда-то поймал. И главный вопрос – понять, куда делся этот кувшин с морсом. Потому что проще всего было бы морс вылить, а кувшин вымыть. Но преступник его зачем-то вынес из дома. Вот мне кажется, что если мы поймем, зачем, мы сможем раскрыть это преступление. Хорошо. Тогда идите и ищите ответ. А Катя? Отпускать гражданку Борисюк пока я считаю преждевременным. Вы даже не представляете, какую я информацию нарыла про Гайдукову. Так, ну-ка рассказывай. Она у нас пока что единственный кандидат. А мы сейчас ее из кандидатов переведем в фигуранты. Ну-ка. Короче, 13 лет назад наша скромная домработница была женой достаточно успешного местного предпринимателя и сама имела домработниц. Так, а потом муж ее променял на блондинку, и она осталась ни с чем? Нет, все гораздо хуже. Мужа осудили за дело об убийстве, а фирма его обанкротилась. Так, и что? Он еще сидит? Не сидит. Через 2 года в тюрьме умер. А Гайдукова, как вы видите, помогает по хозяйству Борисюка. Если ты сейчас скажешь, что Борисюк вел дело ее мужа? Нет, не вел. Ну, может, у нее какая-то ненависть такая лютая прям к следователям, я не знаю, или зависть. Ну, вот сами представляете, вот жили-жили две подружки в шоколаде, в мармеладе, а потом одна из них должна у другой полы мыть. Ну, вот не каждая подружка такое переживет. Зара права. Далеко не каждая такое переживет. Ну что, Макар? Пора нам поговорить с Марией Георгиевной. Да поймите вы, когда мой муж умер, мне только легче стало. Если бы вы только знали, что я с ним пережила, как он меня бил, было бы за что, а то налетит ни с того ни с сего. Нормальный мужик вообще не будет бить. Не за дело, не просто так. А почему у него дни ушли? Хороший вопрос. Сама себе его задаю. И Лидочке я не завидую. Я ей благодарна. И Степану тоже. Они единственные, кто поддержал меня. Думаете, что я ничего не понимаю? Лида и сама прекрасная хозяйка, и без меня бы обошлась. Просто нашла способ
дать мне хоть как-то заработать. Скажите, Мария Георгиевна, если все так хорошо, то почему вы нам сразу не сказали про Морс? Ни за что не поверю, что вы забыли. Я за Катю испугалась. Не хотела ей навредить. Понимаете, я случайно подслушала ваш разговор со Степаном и поняла, что яд мог быть в Морсе. И подумали, что кроме Кати яд в Морс больше добавить было некому, так? Ни на минуту не верю, что Катя это сделала. Просто понимала, что ее заподозрят. И не хотела давать лишних оснований. А вы не помните, во сколько точно принесли Морс? Так. Вот смотрите. Ровно в 20:30 я как раз дверь открывала, когда мне Лидочка позвонила. А на утро что вы делали на следующий день? У Клавдии Максимовны убиралась. Это кто? Соседка моя. Она старенькая совсем. Вы не думайте, я не из-за денег. Просто жалко ее, и мне не трудно. А Клавдия Максимовна это может подтвердить? Конечно. Она слабая, но вполне в разуме. А, кстати, к ней еще медсестра приходила укол делать. Она тоже меня видела. Пан, хоть цветы иметь, а туда Заре не дотянут. Как думаешь, Заре понравится? Что должно понравиться Заре? О! На чем я вас тут подловила? Давай. Да. Зар, мы с тобой уже давно знакомы. Ты знаешь, я обычный эксперт-криминалист, а еще я... Пан, хоть мясо, кто-то предложение делает. Предложение? Да, я тебе хочу кое-что предложить. Зар, выходи за меня. Зар, давай скорее соглашайся и пойдем торт есть. Я согласна. Но раз есть торт, у меня нет никакого выбора. Сама не ожидала, что сейчас это скажу. Но давайте устроим самую настоящую свадьбу. Вот с куклой на капоте и со всяким таким трэшем. Но сначала нам нужно помочь Степану Ильичу.